Всем привет, ребят! Выходит наконец-то долгожданный ролик. Сегодня я, как всегда, со своим другом Иваном. Всем привет! Как он и обещал, подарил мне свой подсачник. Поэтому у нас прошло 5,5 месяцев, ну, где-то почти 6 месяцев, и мы решили навеску форели сделать. Все поставили по нулям. Все по нулям у нас стоит. Оксигенатор я еще не подсоединял, планирую в будущем, когда будет расширение по рыбе. Ну а сегодня мы с вами узнаем, сколько же форель набрала за 5,5 месяцев прирост. Поэтому сейчас на ваших глазах мы это все зачерпнем, посчитаем все. Кормовой коэффициент у меня также 1,2. Корм у меня Коппинс, кормлю. Кормление 6 раз в сутки. У меня кормушки акваростовские стоят, они автоматически все работают. Вот блок управления Вихмин. Также меня спросили по воде, как же у меня приходит вода подпитка. Приходит, вот она у меня с улицы, ребят, поступает. Здесь я сделал специальный кран, там мало ли помыть что-то. И по кругу сюда идет подпитка. Идет, и, короче, сюда выходит. Здесь у меня отстойник стоит. Я потом, когда он набирается, включаю насос. Насосом все это откачивается. Также, кто смотрел предыдущие ролики, мы установили котел на 4,5 киловатта. Температуру держит воды отлично. Я пробовал, до 22 даже догонял. Вода 15 градусов держится. В принципе, я считаю, ну, это самая такая оптимальная, то есть и для форели, и для осетра. Конечно, для осетров бы желательно побольше температуру поднять, но на улице минус 20, поэтому электроэнергию, если я на всю мощь включу котел, будет жрать. Поэтому сейчас будем завешивать и будем считать, сколько у нас все-таки вышел прирост за 5,5 месяцев. Давай, дядь Вань, зачерпай. Ты у нас как? Новым. Можешь другой? Новым подсаком. Да, новым подсаком попробуем. Много не черпай так, чтобы, иначе будет тяжело. Вот, хватит. Ребят. Да, конечно, садок у нас очень большой. Так, проходи. И вырвали потихоньку ведерко. Да, садок, конечно, очень большой. Ну, потихоньку. Ну, тоже, конечно, тогда, когда снимали, тогда не маленькие были. Да, тогда они были маленькие, да, совершенно верно. Сейчас они большие. Так, и вес у нас 5 килограмм. 5 килограмм, а теперь давай назад выкидывай, считай, сколько штуки. Так, раз. Так, аккуратно. Рыбка уже большая. Так, это 2. Аккуратно, чтобы она не выпала. 3. 4. 5. 6. Ну, это можно вместе с водой вылить туда, да и все. Ну, ведром, да, так будет проще. 7 особей. Сейчас я достану свои старые счеты, и мы с вами посчитаем, сколько же у нас вышло конкретно навеска, ребят. Так. 5 килограмм мы с вами делим на 7 особей. Получается, средняя навеска 700 грамм. Ребят, ну я считаю, это просто обалденный результат. 700 грамм навеска рыбы. Ну, практически за 6 месяцев. Ну, там 5,5 месяцев, я считаю, это просто обалденно. 5,5, 5 килограмм мы делим на 7 штук, получаем по 714 грамм. Ну, это как... Да, 5,5 месяцев. Ну, это результаты ожидают, как бы, я не ожидал, если честно, от такого. Опять же, повторюсь, вода 15 градусов. Следующий ролик я могу сделать по навеске стерляди еленского осетра. Если интересна данная тематика, напишите в комментариях, я обязательно для вас сниму. Ну, а также, как я и сказал, по кормлению 6 раз в сутки у меня идет форель стерлядь ленский осетр, у меня 4 раза в сутки. Поэтому вот такой вот результат мы получили, ребят, за 5,5 месяцев. Просто шикарный. На этой ноте я с вами буду прощаться.
Ребят, хотел сказать, мы с Максом долго думали и решили, заказали себе коптильню. А, точно, точно. Она придет где-то числа 15 февраля. Вот, когда она придет, мы сделаем видео, тоже выложим все это на YouTube. Все вам покажем, профессиональная коптильня. Вот, там будут коптить рыбу, все такое. Ну, планируем дальше развиваться. Когда она придет, все это будет, мы вам все покажем, все выложим. И если всем будет интересно, да, подписывайтесь. Да. Будем коптить, выкладывать это все, как, что первоначально и так далее и тому подобное. Да, да, ребята. Да. Мы заказали коптилку с Ваней профессиональную со Ставрополя и П. Федотова. И Севастополя. Севастополя, да. Севастополя. И как только она придет, вроде как бы должна в этом месяце уже нам прибыть она. Да, числа 15-го мы обязательно снимем обзор, скажем вам ее цену. Ну и попробуем закоптить первую партию форели на вкус, на пробу. И если кому интересна данная тематика, оставайтесь, ребят, на канал. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну а мы с вами будем прощаться. Всем пока-пока. Всем пока-пока.